В Мангыстауской области благодаря работе трассовых и медико-спасательных пунктов в два раза снизились показатели смертности при ДТП. За три года бригады медиков совершили 179 выездов и оказали помощь почти 200 пострадавшим. Кроме того, зарегистрировано 136 самостоятельных обращений граждан за медицинской помощью. Задача трассовых и медико-спасательных пунктов – оказать помощь при авариях на дорогах республиканского значения. В регионе работают два пункта. Каждая бригада дежурит в круглосуточном режиме и при необходимости может помочь одновременно 5 пострадавшим. При поступлении вызова данная бригада, состоящая из 4 человек, так как диспетчер остается на пункте своем, выезжает в течение 2 минут и обслуживает, едут на вызов. Радиус действия данных пунктов 50 километров. Бывают случаи, когда мы выезжаем и на дальние расстояния. Мы не смотрим на это, потому что жизнь человека, она дороже превыше всего.